Интернет-магазин Good Steam. Лицензионные компьютерные игры по самым доступным ценам. Магазин является официальным партнером с компанией 1С Soft Club. На все игры пожизненная гарантия. Ежедневные акции, конкурсы, раздачи. Система накопительных скидок. Имеется своя группа ВКонтакте. Также здесь проводятся интересные рандомы предметов по CSGO и не только. Можете испытать удачу и выбить себе классный ножик. Промокод на скидку всем подписчикам вы найдете в описании. Всем привет, с вами Акул и Пика, и сегодня мы снова открываем наши любимые кейсы, да, с которых нам ничего не выпадает. Короче, сегодня мы откроем кейсы Авангард, 10 штук, не больше. 10 вот, вот 10 штук откроем, 10, сколько у меня вообще? О боже, мне надо докупить кейсы. Отключи запись. Так. Ой, все, полетели. В общем, я купил кейсов 7 штук, и сегодня мы откроем кейс Авангард. Ладно, поехали, хорош болтать. С какого кейса? Вот это можно, давай, это давай, ты начинай. Поехать. Ты начинай. Ты всегда вот это. Азимов тогда угадал, я теперь верю в твою удачу. Да. Какой кейс? Ну, я думаю, что надо. Так. Пятый. Какой день? Пятый? Пятый, окей. Отсчитай. Все, пятый отсчитал, а здесь. Тоже пятый. Пятый! Девятый или пятый? Да, девятый. Да иди ты, ты сказал пятый. Василиск прилетел, блин. Ладно, второй кейс, ребята. Здесь может выпасть одно... Одна фигня, блин, зачем я вообще кейс Авангард открываю? Здесь... Не, по 2000 у меня... По 2000 тебе огненный нравится? Огненный элементарь. Как будто, блин, как будто Амелия нарисовала по 2000 вот этот рисунок. Я бы взял себе. Да, фигня, мне кажется. Ладно, поехали. Ладно. Чё, пролетел упади. Розовенькая, и Глок пролетел, и М-ка Василиск! Йес! Йес! Сколько стоит? Я не знаю, сколько стоит. Класс. Бакс или два. Бак. Ну, дешевенько. Ты издеваешься? Серьезно? Качество какое? Ну, я думаю, МВ какой-нибудь, да? После полевых. В общем, открываем третий кейс, и в третьем кейсе нам упадает нож. F7. По-любому. Давай, давай, нож. Статрек Василиск пролетел. И Фальсайм, давай, Фальсайм. О боже, поджигатель. Поджигатель. Слушай, неплохо выглядит. Да ты издеваешься неплохо. Как будто ржавая, хуже, чем оригинал. Фигня, давай я закрою глаза. Я не буду смотреть, и ты скажешь, что в следующем, окей? Да. Давай, все, говори. Че там? Че там? Так. Че там? Так. Ну. Ну, давай, давай, давай. Да, есть. Ведь городская опасность, она меня бесит. То камень, то городская опасность. Ты издеваешься? Каждый раз, когда... О, боже. Да, смотри, вот оно, видишь? Городская опасность. Сколько у меня? Просто... О, боже, сколько? Пять штук. Пять. Раз, два, и все. Вот это вот, по-моему, да, самое нормальное выглядит? Закинем в обмен и все. Ну, зато выпадает. Здесь о, мне о, выпадет... Паш Севен! А ты этот, по фасу, когда помнишь один кейс? Опять! Ты издеваешься? Опять, чувак! Городская опасность, две штуки подряд! На инвентарь нажми сходу. Ладно, ладно, давай, ну, смотри, инвентарь. Что за бред? О май гад. О боже. Три городские опасности подряд. Вы можете себе представить вообще? Ты можешь себе представить такой, нет? Да, значит, тебе что-то выпадет по-любому. Ну да, ну да, ты специально. Я 6 кейсов открыл. Осталось 4. Да ладно, вот по-любому, да? Ну смотри, вот по-любому в следующем кейсе Пик утверждает, что мне что-то выпадет. Давайте. Но не в следующем, в каком-то из четырех. О боже, ты видел, сколько там пролетело? Да завязывай. Так, палочку посередине, посередине. Поехали, давай, пожалуйста. Только не городская опасность, хорошо? Только не городская опасность. Статрек Василиск пролетело. Давай я опять не буду смотреть на это все. Давай. Давай, я твой. Я буду говорить, что Глок улетел. Ну. Палаш улетел. М-ка улетела. Еще М-ка улетела. И. То, что ты ненавидишь больше. О боже, опять дротик. Походу ты меня Пика развел. Походу, да. Джей, вот это, да? Плетка. М-ка. Джей.
М-ка с глушаком. Мак 7. Посмотри на это. Классно, да? Какого качества? Он после полевых, что ли? Да какая разница? Немного поношенная, прикинь. Немного поношенная. В общем, три городских опасности. UMP, заблуждение, дротик и Савитов. Все, последний кейс, ребята. Заблуждение, действительно заблуждение. Да, последний кейс, это заблуждение. В нем... На нож наведи вот так, на нож. Ножик, ножик. А ты ножик хочешь. И ножик. Сбоку вот так обводить теперь, чтобы не задеть ничего. А то ФРТ забудет. Точно, точно. О-о-о! Всё. И ножик. 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 Давай! Давай! Да-а-а-а! Давай новый кейс, нет? А, вот этот, да. Всё, один прорыв. Всё. Да до конца добей. 6 штук, да. Всё, 6 штук, ребята. Так не пойдёт. Я верю в удачу. Если... Удача не идет к нам, значит мы к ней идем. Все. Это плохое высказывание, но пофиг. Магомед это где? Да, 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 да. Ладно, ребят, я, короче, это сошел с ума, я еще купил 6 кейсов и надеюсь в них. А говорил не больше. Да, я, короче, сорвался, я не могу остановиться. Ломка. Давай. Статрек, о боже, статрек. Ты видел, да? Все, о боже. И опять это ржавая фигня. Вы издеваетесь, просто убогать. Это будет сейф. О боже, статрек. Ты видел статрек? Ты ванга! Давай, пожалуйста. Это будет... Пожалуйста, пожалуйста, прямо сейчас. UMP. О боже. 3-4 UMP. Ты видел это вообще? Да, да. Давай я быстро откроем. Давай, просто. Давай. Если сейчас выпадет говно, я никогда в жизни не буду быстро открывать. Окей? Все. Ладно. Договорились? Все. Поехали. Ну и говно это... О боже. Короче, я понял. Смотри, когда открываешь быстро, то выпадает то, что было в предыдущем паке. Кейси. А, вот, нет. Вот один в один. Вот смотри, я до этого открывал... Нож выпадет, что будешь это делать? 5-7? Да, если нож выпадет, я буду где-то делать. Все, короче. Пикнешь. Да глок будет, глок. Да ты... Ты ванга! Ты ванга! Пика, давай, скажи, что выпадет следующий. Вот серьезно, вот только не... Вот скажи, что ты чувствуешь, реально. Вот что я ты чувствуешь? Я пока ничего вот, не чувствую. Вот давай, ну я скажи. Пока... А, он ничего чувствую, не глок. Чувствует. Глок. Глок чувствую. О боже, нет. Я не хочу. Это статрек, да, глок ты чувствуешь? Чувствуешь, что там статрек? Нет, обычный. Статрек нож какой-нибудь. Обычный глок чувствую. Ну подожди. Ну, вот. Или UMP какой-нибудь, не знаю. Короче, я понял. А, Пика сидит и отвечает за кейсы. Да. Вот, ребята, вот такие дела. Пика, когда ты уже положишь ножик в мой кейс? Ну, на днях будет, я на думаю. На днях? На днях. Окей, надо записать на днях. Еще на днях, Боже. В общем, с вами был Ванга Пика, просто Ванга. И я, Акул, в общем, подписывайтесь на канал, спасибо за ваши лайки. И комментарии, пишите комментарии, в общем, пока.